Кирове состоялись финальные состязания лучших мотогонщиков России. Гонки по ипподрому – один из сложных и увлекательных видов мотоциклетных соревнований. Вот и сегодня заезды проходят в напряженной обстановке. Нужно высокое мастерство, тем более, что погода не балует гонщиков. На дистанции машины с объемом цилиндров 175 кубических сантиметров. Позади три круга остался еще один 1500 метров. А вот и финиш. Внимание! Стартуют машины с объемом цилиндров 350 кубических сантиметров. И снова острая, захватывающая гонка. Еще один рывок, одно усилие и финиш! А вот и итог. Победили свердловчанин Иван Клевнов, уфимец Юрий Дудорин. Командное первенство завоевали красноярцы.